У ефіри новини Вітебської області, у студії Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Наймальники усіх областей країни об'єднують свої намагання на умацування сувязів поміж різними галинами народної господарки, наладжування тісних контактів поміж підприємствами не тільки Білорусі, а й сусідніх країн. Проблемам інтеграції промисловості була присвячена республіканська нарада обласних структурних підрозділень Союзу наймальників у Вітебську. Його удільники обмірковували питання організації і розвиття витворчості, випуску конкурентоздольної продукції, а так само підрихтовки кваліфікованих кадрів. В умовах одіної економічної простори і уступлення країни у митний союз вирішення цих проблем набиває особливу актуальність. Нам треба в значительній степені пересматривати систему підготовки, обучення кадрів і їх виховання. Як би ми не говорили, від цих трьох китів ми з кадрами уйти не можемо. Это первое. И второе, самое важное, чтобы мы нормально, хорошо относились одно предприятие к другому, и чтобы у нас были очень хорошие связи. Активизировать работу надо. Даже вот по вступлению в таможенный союз надо, мое мнение, что нужно и какой-то график, какие-то нужно сроки устанавливать и пытаться войти, потому что мы уже работаем то по законам таможенного союза, ВТО, а еще многие не готовы. Неприватизованное жилье станет коммерцийным. Уже практично распрацованы проект указа о переводе жилых помешканий, которые предоставлены громадянам по домове найму, у разряд коммерцийного жилья. У жилевом кодексе Беларуси, який почал дейничать с соковика бягучего года, есть положения, которые предугледживают уведение платы за корыстание помешканиями державного жилевого фонду, предоставленными по договору найму. Это жилье громадяне мають право приватизовать. Для приватизации можно скористаться чеками жилья. Льготы мають воїни-афганці, чорнобильці, інваліди дитинства, былые неповнолітні в'язні, удільники війни, військовці з вислугою 20 годів. У тим випадку, коли люди не можуть ні приватизувати, ні платити орендну плату за користання такими квартирами, то помешкання по заяві громадянина переводиться у жилье соціального користання без можливості його приватизації. Сьогодні гражданин, прийдя к нам в исполком, може записатися на определенный день и уже к определенной дате прийти со всеми членами своей семьи, взрослыми, а именно совершеннолетними, и подать заявление на приватизацию жилья. Для этого необходимо иметь только лишь паспорта и документы, удостоверяющие личность, если это есть дети, свидетельство о рождении детей. Мы делаем запросы в БТИ, вызываем на дом техника, который выходит, обмеряет квартиру и через определенный промежуток времени предоставляет нам необходимый документ для расчета стоимости квартиры. Сегодня это не очень дешевое удовольствие приватизировать квартиру. Поэтому законом предусмотрено, если гражданин не может выкупить квартиру за полную стоимость, это можно сделать в рассрочку на 40 лет. Это максимальный срок. При условии, что 10% он оплачивает, это первый взнос. Значит, наше решение, которое принимает Витебский горосполком, оно действует ровно год. Если человек, получая решение, видит, что у него нет этих 10%, он может их собрать в течение года, пока действует решение. Совет министра Украины вызначился с мерами по финансовому оздоровлению неколи флагмана трикотажной галины Беларуси Витебского открытого акционерного товариства КИМ. Предприемство планируется долучить до холдинга, який будет створен на базе жодинского «Світанка». Студенты и старшоклассники Витебска мають магчимость попрацовать летом кондукторами, продавцами, аховниками, грузчиками и кухонными работниками. У подбора вакантных працовных мест оказывая содейничание городская служба занятости. Летом вакансий становится более. Активно берутся на працу старшоклассников и студентов предприемства «Марка» и Витебское трамвайно-троллейбусное управление. Предприемства, которые принимают на часовую працу молодь, компенсуют выдатки на организацию працовных мест из уласных сродков. Пераможный билет. Этой осенью наведывальники Национального мастацкого музея Беларуси смогут оценить творчесть студентки из Витебска Ганны Мельничук. Миновито яна стала пераможцей конкурса на лепший дизайн уваходного билета у музей. Синий колер и картина одного из белорусских мастаков стали для Ганны пераможными. Про это яна рассказала нашей здымочной группе.
Конкурс на лепший дизайн уваходного билета может стать своеобразной визитной карткой Национального мастацкого музея Беларуси. Его проводят с 2005 года. Сёлета журы выбирало 62 работ. И лепшим признали проект студентки 4 курса Витебского державного технологичного университета Ганны Мельничук. Менавіта яе билет уже с осени будут набывать у кассах наведвальники музея. Дзяўчына зрабіла акцент на синем колеры, фирменным для музея, и выкарыстала картину одного из белорусских мастаков. Основой композиции является картина Михаила Филипповича «На купалье», где отражен белорусский народный праздник, архаичный. Вот. Картина является очень яркой и в то же время очень динамичной. Вот, чем, может, как бы привлекает внимание. Дарэчы, на гэты конкурс Ганна выпадкова натрапіла ў інтэрнэце яшчэ летась. Тады яна заняла трэцяе месца і атрымала спецыяльны прыз дырэктара музея. На мінулагоднім білеце студэнтка размясціла выяву слуцкага пояса. У такіх конкурсах, па словах Ганны, галоўнае не перамога, а магчымасць праявіць сябе. Хочацца ўдзельнічаць усюды, ну, конечно же, прыятна, когда выигрываеш. Ну, для сваёй как-то реалізацыі сваіх ідэй. Хочется что-то вот, чтобы люди видели, может быть, потому что на стадии студенчества, ну, так сильно применить нигде дизайнерские свои способности, ну, как не в конкурсах. У будущем свои дизайнерские здольности Ганна Мельничук планує применять у графичной рекламе, а покуль прямая веншаванне с першей перамогой. Узнагородили автора билета урочисто у самим музеи у присутности усіх членов журы. Грошовый приз у некольки миллионов рублей Ганна еще не поспела потратить. Студентка планує набыть на их графичный планшет, який допоможе у створении новых, не менш поспяховых дизайн-проектов. Вольга Шмаргун, Ярослав Навойков, новини, Витебск. Учора у театра імя Куба Коласа давалі Макбета. Пастаноўку ў бессмяротнай трагедыі вялікага Шэкспіра ажыццявіў, прычым за кароткі тэрмін, дырэктар і мастацкі кіраўнік тэатра Валерый Анісенка. Думкі наконт прэм'еры розныя. Сваёй падзеліцца Таццяна Іваноўская. За апошні час ні адна прэм'ера ў Коласаўскім тэатры не прагучала. Не вельмі цікавыя п'есы, невыразныя пастаноўкі. Таму ад гэтай прэм'еры чакала шмат. Усё ж Шэкспір. П'еса непростая, з характарнымі ролямі, з адвечнымі тэмамі, якія праз 500 год актуальныя. Прага да ўлады. Неважна, якімі спосабамі і ахвярамі. Галоўнае – дабіцца і ўтрымаць. Ёсць што сыграць і што паставіць. Мастак ці сапраўдная літаратура абавязкова павінен судаканацца з сённяшнім днём і з сённяшнімі праблемамі. Калі гэта не так, гэта музей і гэта, в общем, нікому не патрэбна. И вельми много спектаклей, у тем лику на нашей сцене, идеи, которые не имеют никаких относин до нашего сегодняшнего життя, до наших проблем. И это неправильно. Усіх вядома ж цікавіла питання, а хто ж Макбет? Хто замахнецца на гэтую ролю? Адказ, прызнацца шчыра, быў нечаканы. Забойцу і сквапнага да ўлады чалавека Анісенка даручыў сыграць артысту тэатра Юрасю Цвірку з характэрным камічным амплуа. Што казаць, гэта выбар рэжысёра. Бывае, толькі яму ўдаецца разглядзець і адкрыць таямнічыя грані артыстычнай натуры. Артыст і прызначэнне якога стала шокам літаральна для яго і для астатніх. Юрась Барыслава Цвірка. Пацалаваны Богам чалавек, але ён працуе на трох нотах, і толькі комік, толькі комік, толькі комік. І мы адкрываем вялікага трагічнага артыста. Аднак не толькі, на маю думку, суд не здарыўся. Не ўсім удалося разглядзець у Цвірцы трагіка. Яго ігра не ўразіла, і праблема тычыцца не толькі аднаго артыста ў спектаклі. Сцэнаграфію да трагедыі стварыў Александр Касцюченка, касцюмы Ніны Гурло. Над пластыкай артыстаў папрацавала Діяна Юрченка. Арыгінальную музыку напісаў Уладзімір Кандрусевіч. Таццяна Івановская, Ярослав Навойкаў, Навіны, Віцебск. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага. Да сустрэчы.